Атабаэхсан представляет. Учитель полвека проработал в школе, и теперь его провожали на заслуженный отдых. В актовом зале собралось множество его учеников, среди которых были учителя и ученые, врачи и спортсмены, руководители и рабочие, милиционеры и уголовники, заслуженные и простые люди. Многих он учил за свою жизнь. Перед тем, как предоставить слово, его спросили: «Наверное, среди ваших учеников есть те, кем вы гордитесь, и те, за кого вам стыдно?» Учитель ответил: «Нет, не горжусь и не стыжусь, а лишь радуюсь за вас. Каждый научился тому, чему учился». Внук вернулся домой из магазина и радостно сообщил дедушке: «Я заплатил продавщице за 10 тетрадей, а она по ошибке дала мне 15. Правда, здорово?» Дед нахмурился. «Получается, ты взял то, за что не заплатил?» Внук удивился. «Подумаешь, невелика для нее потеря». Дедушка сверкнул глазами. «Дело не в ней. Пойдем, вернем лишнее». Когда они вернулись в магазин, мальчик сообщил продавщице, что она недавно ошиблась, и попросил забрать лишние тетрадки назад. Женщина сначала удивилась, а потом тепло поблагодарила и похвалила ребенка, сказав, что он замечательный и очень порядочный человек, и пожелала ему здоровья и успехов. Выйдя из магазина, внук просто сиял от удовольствия. Дедушка спросил: «Ну как, мой дорогой, доволен? Ты почувствовал, что порядочность – это целое состояние. Его необходимо приобретать, а не растрачивать ради нескольких тетрадок. Лучше хорошо поступить, чем говорить». Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам.